Баба, повыше. Во! Пошло. Боже мой. Фу! Баба-то хорошо стреляет, как охотник. Телефон. Баба как настоящий охотник стреляет. О! Чё, чуть не задела? Какой мухомор вырос. Ой, какие красивые мухоморы. В руки их нельзя брать, они ядовитые. Вот этого мухомора, если съешь, все. И белки, и стрелки. Смотрите, еще один. И белки, и стрелки вам будут сниться на том свете. Вот это да. Иду. Ага, не трогай. Руками трогать нельзя мухоморы. Они сильно-сильно ядовитые. Это самый ядовитый гриб. Видишь ты, какая красота. А где просто грибы? Так, дорогие мои, играем мы с внучкой в миллионер. Ивуна! Ивуна, открывай миллионер. Русская игра. Уну пока убирай. Так, Уна в сторону. Угу. Вот постремляем все ровненько. Да. Иначе у нас будет сразу. Вот такая у нас игра, ребята. Да, вот такая у нас игра. Ну вот так. Ребята, смотрите, тут разные знаки. Мы, когда мы будем ходить... Разные предприятия. Да. Короче, вначале нам надо взять по 5 денежек. Значит, одну, мне 5. Мне-то почему одну? Мне тоже 5. 4. Раз, 2, 3, 4. А это наша касса. Да, это... Банк. Это будет моя касса, давай. Нет, это будет общая касса, твоя. Ох, как это у меня. Банк это. А, это банк. Так. Вот, смотрите. Читайте. Правила игры. Вот. Угу. Запомни. Да. Надо очки одеть. Я уже забыла, как в нее играть. Нет, я... Ты помнишь? Я схитила. Угу. Смотрите, вот. Это... Включи-ка нам свет. Поле, деньги, карточки... Угу. Шаги, ну то есть штучки. Угу. Я буду как всегда красным. Ты будешь красным. И кубик. Вы все поняли? А теперь читайте с умом. И наверху. Смотрите, вот. И сзади еще читайте. Так. Все, прочитай. Хорошо.
Молодцы. Пони правила игры. Угу. И, а вот смотрите, я вам пока все объясню минус и плюс, что угу. такое. Смотрите, это наш банк. Тот, кто первый дойдет сюда, тот станет миллионером. До миллиона. Да, до миллиона. Вот. И если будет у бабы миллион подписчиков, то она заработает серебряную кнопку. Тоже дополнительно к этому миллиону. Вот еще. Ну, хватит пока. Так, ну давай, кидай кубик первый. О, спасибо. А это можно платить баром. Баром, да. То есть я хочу на 100, 3, 4. Это обозначает один шажок. А плюс 50 тысяч. Да. А вот это 3, а вот это 2. 6. О, раз, два, три, 4, 5, 6. Плюс 100. Так, я желтая, да? 2. Раз, 2. Угу. 2. Раз, 2. А у меня 3. Ух ты, какая хитрая. Так, 1. Так, я желтая? Желтая, да, желтая. Так, 60. Так. Теперь смотрите. Теперь смотрите. Вот интернет-магазин. Я могу его купить за 60 тысяч. Но у меня только 50, да? Да. Тысяч. Я в банке. У меня в банке есть 50 тысяч. Я в банке убираю до ноля. Да. И еще вложу денежку 60. И покупаю свой интернет-магазин. Смотрите, если вы купили разную штучку, то ложите вот это вот. Да. Вот это вот. Карточка. Это купленная карточка. И смотрите, на этом знаке, когда я дойду и баба дойдет, то я вам скажу, ребята. Интернет-магазин. Да. 4. Мне он как раз нужен. Я тоже хочу магазин. Да. Кондитерская фабрика за 100 тысяч. Покупаешь? Да. Убираю 2 шага. Убираю 100 тысяч. И у нас по одному дому. И покупаю. А ты не знал, что это самый дорогой? Да. Да. Я тоже хочу магазин. А вот минус 100. Ну, у меня этого не будет. Я знаю. 5. Раз, два, три, 4, 5. Школа бизнеса 60 тысяч. У меня нету. Либо я могу взять кредит. Кредит. Смотрите, вот тут вот можно вложу кредит 100 тысяч. Значит, здесь 100 тысяч. Отсюда я еще 4 доберу. Да. У меня же 60. Да. В банке я еще 40 тысяч беру и ложу свою карточку. Блин, у тебя уже 2 дома и уже много денег. Давай. Но ничего. Не жадничай. Прибыль 100 тысяч. Тик. Ой, нет. Вот тик. Угу. Бе-бе-бе-бе. Самое главное вот эти деньги. 6. Вот эти. Так, и самое главное, здесь внимательным надо быть, как ходить. За каждый опрометчивый шаг, да. Ты теряешь денежки. Смотрите, если вы походили раз, правильно... 2, 3, 4, 5, 6. Дом моды 100 тысяч. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, возьму еще кредит. Нет! Еще возьму деньги. Еще кредит. И деньги. Нет. Нет. И карточку вложу свою. Ходи. Так, еще мне сейчас выпала шестеренка. Смотрите, если ты походил, например, у тебя 2, раз, 2, то это неправильно, и ты одну денежку в банк. Да. Если ты неправильно вход. Если ты взяла чужого человечка и ходишь... Да, и... это тоже. Это тоже в банк. Раз, 2. Что там у тебя? Вы получили грант на создание бизнеса 100 тысяч. Ты походила? Так, ровненько ставь. Я хотела еще. На черточке. Нет, так не надо, надо вот в клеточку. Ну, давай, ладно, в клеточку. Так, 2. Да. Раз, 2. Ты не правильно! Раз, 2, убыток минус 100 тысяч. Еще кредит беру. И одну денежку в банк вложу. Ой-ой-ой-ой-ой. Так тебе и надо. Давай. Баба, ты добрая внучка. Ты, баба, в пролете. Я ведьмочка. 4. У нас 2, 4. Так. Ханучка. Автосалон. Берешь за 80 тысяч? Да, беру. Бери. Так. Мне надо 4. 80. Тебе надо 50 назад вернуть и 30 положить. Так. 1. 30 положить. И карточку ставить. Я думала, уже кидать кубик еще. 6. Раз, 2. 3, 4, 5, 6. Прибыль от каждой вещи по 50 тысяч.
Так. Это значит раз, два, три. Вещи хорошо. У меня куплено 150. Я тебе сделаю клеточку. Так, ну, 150. Я... Так, 150. Я 200 возвращаю. 100 кредита. Так, теперь убираешь. И 50. У меня же 150. Да. И 50 ложу сюда денежками. 200 возвращаю в банк. Все. Хорошо рассчиталась, Амалёха. Ходи. Ну, я больше, смотри. Давай, давай, больше. Сейчас, смотрите, но если вы заново ходите и вот сюда попадете, то я вам тоже расскажу, что да. будет. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Оба. 6. Налоговая инспекция, заплатите 50 тысяч штрафа. Блин. А дым? Ой! И у меня 50 тысяч штрафа. Ну что, я назад. Все, на ноль съехала. Да? Блин, мне еще повезло. Да, повезло. Блин, конкретно. 5. Раз, два. И обратно вернулись. Баба, у тебя еще кредит в банке. А у тебя, ага. И обратно вернулись. Плюс 50. Так, 5. Раз, два, три, четыре, пять. 50. И тебе обратно вернулись. Что такое? 5. Смотрите, теперь я самое главное хорошо похожу, иначе, если я неправильно похожу, мне надо смотреть на цифру. Ага. Раз, два, три, четыре, пять. 50. Я пока 6. Тебя обгоняю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Отель 60 тысяч у меня имеется. Назад не возвращай. Так. И карточку ложу. А он меня нет. Ходи. Я пока выше тебя. Я тебя обгоняю. Так, 5. Раз, два, три, четыре, пять. Нет, я тут стою. Раз, два, три, четыре, пять. 50 тысяч получила. 3. Раз, два, три. Мебельный салон за 100 тысяч. Нету у меня 100 тысяч. Пропускаю. Давай, не хочу кредит. Я уже вся в кредитах. Как жить, как жить? Раз, два, три. О, банк за 60 тысяч. Я покупаю, я покупаешь? Покупай. Так, 10 и 50 цурюк. И карточку свою ложу. У меня уже 3 дома. А у тебя 4, блин. 2. Раз, два. Аптека за 80 тысяч. Нет у меня аптеки. Подпускай. 5. Раз, два, три, четыре, пять. Так, и сколько ты получаешь денежек? Прошла старт. Ага. Раз, два. 30 тысяч. Почему? Раз, два, три. А, 3 у тебя. 30 тысяч. 30 тысяч получаешь. 1. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кредит мне надо брать 100 тысяч. Мне очень повезло. Спасибо. Тот, кто... А? Ага. Раз, два, три. Вот, теперь рассказывай. Я ты должна... встала на мою купленный отель. Смотрите, тогда... Он стоит 60 тысяч. Она мне половину отдает этой суммы. 30. Спасибо, внучка. Да не за что. Один. Теперь я встаю на ее. Опять 60 тысяч. И ей назад отдаю. Ох, внучка ты, барахольщица. Не зря я это покупала. Как да. Как 6. Давай. А, зря я радуюсь. Раз, два, три, пять, шесть. Да, зря ты радуешься. 100 тысяч вылетело в трубу у тебя. Смотри, 200 тысяч. Угу. Смотри, 300 кредита. Да. Так, 4. 300 кредита. Раз, два, это три, 4. Доходы от торговли на бирже 150. 150. Так, 100 я выкидываю. И 50 я ставлю, да? Да. Так, еще не забывай. Раз, два, три, 4. Так, дайте вам 4. А-а-а. Банкирша, 4 мне давай. Я банкирша. 1, 80. Что, покупаешь? Да. 30 и 50 цурюк. Пум, пум. И у меня теперь 4 дома, как у тебя. Угу. 3. Раз, два, три. Окей. Доход 100 тысяч. Кредит забирай у меня. А-а-а, ты еще тут стоишь? Да.